Кравмага. Это будет в письменном экзамене. Запоминайте, никто не запоминает. А первое, не получать повреждений. То есть мы не берсерки, которые идут в бой, будь что будет. Мы стараемся выйти из боя с минимальными потерями для себя. Второе, мы атакуем уязвимые места. Во фронтальной проекции. Если я с человеком работаю фронтально, кроме глаза, горла, паха, это, разумеется, нос. И это голени, колени. То, что я могу гарантированно пробить. Удары по корпусу, это тоже хорошо, но напрягись. Либо там жир, либо там одежда. По тактике боя. Я всегда стараюсь не работать симметрично, когда он бьет меня, я бью его, я стараюсь уйти сюда. В боковой проекции это висок, это опять-таки шея, это опять-таки колено. Если мне удалось зайти человеку за спину, основание затылка, весь позвоночник и тоже пах. И тоже колени. Вот это те уязвимые места.